spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлен рюкзак от известной во всем мире компании Sims. Модель Dry Creek Simple Pack сделана по принципу гермомешка и выпускается в нескольких цветовых вариантах. Вес равен примерно 600 граммов, а общий объем составляет 25 литров. Это хороший вариант не только для рыболовов, но и для любителей походов, особенно сплавов по рекам. Давайте поближе его рассмотрим. В качестве основы при изготовлении используется прочный и износостойкий нейлон с маркировкой 300D. Он легко очищается от загрязнений, а специальная непромокаемая ТПУ-пропитка поможет сохранить вещи сухими даже во время сильных осадков. Чтобы обеспечить полную водонепроницаемость, использована проклейка всех швов изнутри. Для переноски на короткие расстояния, погрузки в машину или удержания в общественном транспорте в верхней части пришита небольшая ручка из стропы. Также есть две жестко закрепленные анатомические лямки. Они могут регулироваться по длине и оснащены передвижной по вертикали грудной стяжкой с эластичным компенсатором и пластиковым замком. Еще обратим ваше внимание, что лямки имеют мягкий внутренний наполнитель с многочисленными вентиляционными отверстиями. Такие вставки помогают отводить тепло и влагу, а также обеспечивают дополнительную циркуляцию воздуха при активном движении. Ниже находится простейшая разгрузочная система в виде стропы шириной 25 мм и более крупного фастекса. Она поможет немного снять напряжение с поясницы и распределить вес рюкзака по спине. С одной стороны мы видим дополнительные точки наружной фиксации. Здесь можно закрепить сложенное удилище, туристический коврик или какой-нибудь нетяжелый длинномер. С передней стороны предусмотрен один вместительный отсек быстрого доступа. Он закрывается на водонепроницаемый замок. Кстати, все молнии используются от известного производителя компании UKK. В нем можно хранить коробку с приманками, различные инструменты и аксессуары. Рядом нанесена светоотражающая надпись с логотипом компании Sims. Она сделает вас более заметными в темное время суток или позволит отыскать аксессуар с помощью фонарика. Напомним, что объем представленной модели составляет 25 литров. Внутри имеется двойной карман для мелочевки. Одна часть открытого типа, а другая под простой молнией. Пригодятся для хранения кошелька, документов или аптечки. Но обратите внимание, что внешняя стенка сделана из сетки. И не рекомендуем складывать сюда вещи, способные запутаться и порвать ее. Кстати, здесь же расположен пластиковый карабин на небольшой страховке. Давайте закроем рюкзак. Для этого складываем края вместе и плотно скручиваем верхнюю часть. В завершении застегиваем фастексы. Именно в таком положении герморюкзак Dry Creek Simple Pack становится водонепроницаемым в полной мере. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.